Итак, Миш, мне поступил вопрос в директ. Почему же мы не ходим в бесплатную стоматологию, а ходили с тобой в платную? Помнишь, где тебе чистили зубки, выгоняли микробов и делали цветную пломбу? Ну да. Ну и как твои ощущения были? Класс. Ты боялся? Тебе все объяснили, показали, дали потрогать, пощупать, да? И ты вообще ничего не боялся? И, по-моему, ты даже не плакал. А было тебе больно? Вообще ничего не почувствовал, да? Еще пойдем зубы лечить? Да, нам же еще три зубика, наверное, надо полечить, да? И опять пойдем в хорошую стоматологию, да? А пломбы цветные у нас будут или белые? Цветные. А какие ты хочешь? Каким цветом? У тебя есть фиолетовая, а еще какую ты хочешь? Зеленую. Зеленую, а потом еще красную, а еще желтую. И желтую, да? Да, сразу требую бомба. Да. Мы скоро пойдем, и ты вообще не будешь бояться, да? Ну, дела. Ну, да. К вопросу о том, почему платная, а не государственная, ну, неоднократно сталкивалась с тем, что в обычных бесплатных стоматологиях с детьми так не сюсюкаются. Если они орут, боятся, то как бы, ну, пусть орут и боятся. А поэтому изначально, еще в братске, я пошла в платную, где с ним реально сюсюкались. Ему все давали потрогать. Как что работает, как что жужжит, потому что это звуки странные, и он боялся самих звуков. На спортивной площадке. Не важно, что здесь надо заниматься спортом. Здесь куча детей. Но здесь лавочки, на которых я прекрасно сижу. Мы решили прогуляться пешком. Признаться честно, 1000 лет я не гуляла ножками. Миша на самокате. Я с собакой. Гуляем. Не говори что-то. Ну, Миш, снимаю. Что ты хочешь сделать? Ну, просто говори. Что мы тут с Мишей вышли гулять? А... Я уже сказала, что мы с Мишей вышли гулять. Ну да. Миша. Хороший, красный. Кстати, костюмчик хлопковый, Таобао. Шорт, футболка. Кепка H&M. Самокат, не знаю. Кеды H&M. Я думаю, по также 2-3 ложечки в день с водичкой. Ты малыш, а ты...